для оглашения приказа об окончании военмеха и приказа министра обороны Российской Федерации приглашается капитан первого ранга Константин Александрович Бурковецкий. Приказ ректора Балтийского государственного технического университета военмех от 31 января 2020 года номер 30 о выпуске специалистов из военно-учебного центра. На основании решений Государственной экзаменационной комиссии по специальности проектирования, производства и эксплуатации ракет и ракетно-космических комплексов от 22 и 23 января присвоить квалификацию инженер по специальности проектирования, производства и эксплуатации ракет и ракетно-космических комплексов и выдать диплом специалиста студентов учебных групп КВ-41, КВ-43. На основании решения Государственной экзаменационной комиссии по специальности стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие от 23 января 2020 года присвоить квалификацию инженер по специальности стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие и выдать диплома специалиста студентам учебной группы КВ-42. Ректор университета Константин Михайлович Иванов. Приказ министра обороны Российской Федерации от 1 марта 2020 года номер 139. Ниже поименованных граждан, окончивших в феврале 2020 года Федеральное государственное бюджетно-образовательное учреждение высшего образования Балтийский государственный технический университет военмех имени Дмитрия Федоровича Устинова, прошедших обучение по программе военной подготовки в военном учебном центре при этой образовательной организации для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, полагать заключившими первый контракт о прохождении военной службы, присвоить им первое воинское звание офицера-лейтенант и личный номер. И по традиции первый человек, которого приглашается на сцену, человек, окончивший с красным дипломом. Гордиенко Вячеслав Сергеевич. Владислав Витальевич.
Сандаков Илья Олегович.
Приказ подписал министр обороны генерал армии Шойгу.